Вы на самом деле должны знать, понимать и закрывать основные три ваши потребности. Очень все изменилось. Миграционная служба, как можно сказать, закручивает свои гайки. Сразу снимайте там розовые очки, розовое пальто. В хорошем районе, плюс-минус, за эти деньги можете купить буди-вуди в клуб сходить или еще куда-нибудь. Друзья, всем привет, меня зовут Максим, вы на канале «Алания. Жить без купюр». Те, кто смотрит это видео первый раз, хочу рассказать себе пару слов. Я живу здесь уже почти 5 лет, у меня есть свой бизнес. Я ни разу не пожалел о том, что я переехал в Турцию. О чем я хочу поговорить с вами сегодня, друзья? Я хочу с вами поговорить о том, что переезд на ПМЖ в другую страну – это на самом деле очень серьезный и ответственный шаг. И вы на самом деле должны знать, понимать и закрывать основные три ваши потребности. Это первое, где вы будете жить. Второе, на что вы будете жить. И третье, какое будете получать медицинское образование. Вся жизнь на самом деле будет крутиться вокруг всех вот этих трех основных вещей, постулатов, как угодно. Турция. Мы все прекрасно знаем, что для того, чтобы легально проживать на территории другой страны, у вас должен быть вид на жительство. Да, произошли кое-какие изменения. Сейчас ВНЖ в Турции, ну скажем, именно в Алании, получить можно только на туристическом ВНЖ, только при покупке недвижимости стоимостью от 200 тысяч долларов. Более того, эта сумма должна быть прописана у вас в свидетельстве о праве собственности, которое называется ТАПУ. Конечно, ВНЖ можно получить и другим способом, там, по учебе, по болезни, по воссоединению и так далее, Но я говорю именно о том способе, который самый распространенный, самый, на самом деле, самый простой. За последние 2 года, да, на самом деле, очень все изменилось. Миграционная служба, как можно сказать, закручивает свои гайки. Были закрыты определенные районы для получения вида на жительство в связи с тем, что население иностранцев превышает больше, чем лимит 25%, чем местное население, и дабы, чтобы не оставались какие-то анклавы и так далее, хотел сказать группировки, было принято решение закрыть определенные районы. Там в Алании это там Кистель, это район Махмутла, район Каргаджак, район Авсалар, то есть имея недвижимость или покупая недвижимость в этих районах, сколько бы она ни стоила, вы вид на жительство получите. Но, тем не менее, гражданство можете получить, купив квартиру больше или там землю, на которой стоит дом, в кадастре стоимостью от 400 тысяч долларов. Тут уже не зависит, на самом деле, закрытый район или не закрытый. Очень много каких-то споров, полемик и так далее. Почему Турция? Когда поднялась планка, шли различные разговоры. Начиная от того, что Турция всех кинула, ну, это, на самом деле, это все разговоры именно от людей, от инвесторов, как угодно их можно называть, которые вложились, район закрыли, они могут получить вид, ТАПУ, но свидетельство о праве собственности, но не могут получить вид на жительство. Первое. Второе, конечно, ВНЖ отменили по аренде. Раньше можно было очень просто, да, друзья, снять обычную квартиру и подать документы, и вообще у вас ничего не требовалось, вообще просто. Договор аренды и все. Никакого дохода, ничего вас не спрашивали. И получали спокойный вид на жительство. Люди очень разочаровались, люди считают, что государство турецкое их как-то кинуло, как-то и так далее. Но это с одной стороны. А с другой стороны, все-таки вы переезжаете в другую страну. Первое, надо всегда оценивать риски, в том числе и политические. Второе. Третье, это просто всего лишь ваши ожидания. Да? Почему? Потому что в связи с тем, что за последние 2 года, да, 3 года последних, произошел очень серьезный рост цен на недвижимость. Это привело к тому, что местные сами жители не имеют возможности в таких курортных районах, как Алания, Анталия, снимать для себя жилье. Ну и дальше пошли вверх, там все то же самое. В Кемер и туда выше, на север, в сторону там Бодрума, Мармариса. И, конечно, правительство, принимая определенные законы, в первую очередь думает, конечно, о своих гражданах. Сначала запретили ВНЖ по аренде, сначала закрыли районы, потом запретили ВНЖ по аренде, и вот буквально там в прошлом году, там в середине октября, первичный вид на жительство, да, если вы просто купили недвижимость
получается, вы должны будете заплатить 200 тысяч долларов. Так вот, к чему я веду на самом деле? Разговор о том, что это дорого, я лучше в другой стране куплю. Разные под комментарием ребята пишут, что там и в Италии я куплю, там открою ИП, еще где-то там я получу ВНЖ. Друзья, я просто хочу вам сказать, ВНЖ это ВНЖ. ВНЖ это просто основание пребывания в другой стране. Да, можно получить и в Испании, там, да, визу цифрового кочевника там, за 800 евро это по месяц. Это просто виза, друзья. Но прибавьте к этому еще аренду квартиры, медицинское обслуживание. И далее подписку. То получается, что Турция, на самом деле, если так разобраться, на самом деле очень интересно, даже с учетом того, что вид на жизнь дают за 200 тысяч долларов. Если вы планируете переехать в Турцию с семьей, в любом случае вам нужна квартира. Первая, да? В любом случае, эта квартира, они здесь будут 1 плюс 1, 2 плюс 1, 3 плюс 1. Один это кухня, дальше идет количество комнат. Семья из трех человек, но в любом случае должно быть 2 плюс 1, 3 плюс 1. В хорошем районе, да, в хорошей локации, там Абад, центр, в открытых районах, Тасмур, плюс-минус, за эти деньги вы можете купить, на самом деле, квартиру. Да, опять же, это будет, скорее всего, дом до 5 лет. Почему? Потому что в связи с тем, что мы сейчас находимся на таком переломном моменте. Вообще в Алании кадастровая стоимость, в отличие, допустим, от Стамбула, она на самом деле гораздо ниже кадастровой стоимости, чем реальная стоимость. И я уверен, что мы сейчас все-таки перейдем к тому, что все-таки кадастр приравняется именно к той рыночной цене, и все будет гораздо проще. Почему я говорю о квартирах, которые старше 5 лет в праве, да? Почему? Потому что продавец должен показать, да, то есть продавец у нового покупателя в ТАПУ должно быть стоять там 6 миллионов лир, скажем, да, 200 тысяч долларов. А ТАПУ двухлетней давности, трехлетней давности, друзья, ну, у нас есть одна квартира на продажу, там дуплекс, Клеопатра, образно говоря, там 100 с чем-то метров, и право получено в 2022 году. Друзья, оценочная стоимость в ТАПУ прописана 1 800 тысяч лир. Продавая эту квартиру, хозяин должен будет заплатить до 40% налогов с разницы, да? То есть у нас есть необлагаемая сумма, у нас есть сумма разницы, там это получается с 6 миллионов отнять 1800, получаем 4200. С этих мы должны заплатить почти 40%. Но это не будет такой большой суммы. Почему? Потому что там еще на самом деле учитывается большой процент инфляции. То есть, конечно, не заплатит там 50 тысяч евро, скажем так, да, налогов. Но там те же 15-20 тысяч налогов он сможет заплатить. Не все готовы продавать квартиру, не все готовы платить налоги. Я уверен, все равно мы к этому придем, и все будут платить налоги. Но, тем не менее, часть квартир с рынка, она на самом деле сейчас вымылась из рынка. Так вот, я говорил о том, что даже с учетом 200 тысяч, переезд в Турцию, конечно, он интересен. Большое русское комьюнити, на самом деле, прекрасная природа, прекрасные продукты питания, отличные лекарственные средства. Очень много приезжающих людей сюда на отдых возят с собой, потому что в Турции за подделку лекарств это тюремный срок. Чистый воздух, никаких предприятий нету. Горы, море, повыше горы, сосны. Климат вообще сумасшедший. Да, бывает жарко, там июль-август на самом деле, но не так критично. Если ты проживешь годик-второй, то уже на самом деле гораздо проще. Ну и, конечно, один из немаловажных моментов, что у вас пока не спрашивают никаких документов о происхождении ваших средств. Да, почему? Потому что если, допустим, вы планируете переезжать куда-то в Европу, как вы говорите, я там открою ИП, либо еще что-то, да, там в счет банка изводить и так далее, вы должны будете пройти определенную процедуру, заполнить ваш огромный пакет документов и показать, откуда у вас есть средства. Не все, я не говорю, что на самом деле все деньги нажиты нетрудовыми доходами. Да, нет. Кто-то продал квартиру там 5 лет назад, как-то подготовился документы, у кого-то еще что-то. То есть, ну, разная была ситуация. Кто-то продал бизнес, кто-то рассчитался еще чем-то и так далее. Схем на самом деле очень много, откуда человек появляется деньги. Кто-то там вообще торгует там криптовалюты, да, и у него вот кэш, он просто вообще из воздуха, как это все легализовать, да. И поэтому тоже, на самом деле, если вы планируете все-таки переезд в Турцию, то да, безусловно, это огромный плюс, в отличие от других стран.
Значит, смотрите, по жилью мы поговорили, да, жилье. Жилье, конечно, огромное. Чтобы выбрать, вам достаточно будет, ребят, побыть здесь месяц. Посмотрите районы. И опять же, вы же жилье выбираете по каким-то критериям. Да, кому-то нравится, чтобы там в тапочках ходить в магазин. Да, кому-то нравится, наоборот, какое-то уединенное место, подальше от моря, подальше, допустим, какой-то людской суеты. Ведь мы не должны забывать, что это все-таки курортный город. Да? И летом, да, достаточно бывает шумно. Я живу в разных локациях, и ближе к горам, и в самом центре гуще событий, и на виллах, и на 50. В итоге я живу сейчас в нескольких километрах от моря, в тихом, спокойном месте. И если мне хочется какого-то праздника для души, там, буги-вуги, в клуб сходить или еще куда-нибудь, то я насажусь на автомобиль и еду в какое-то место 3-15 минут, и я, в принципе, в самом центре Алании. Да, выбрать за месяц вполне возможно, вполне реально. Опять же, все это подгоняется под ваши, повторюсь, под ваши потребности. То есть, что вам нравится, вы должны изначально ставить задачу специалист, который будет с вами работать, что мне нужно 1, 2, 3, 4, 5. Ага. Без этих параметров квартира, покупка квартиры, прием невозможно. 1, 2, 3, 4, 5. Да, сразу ставим с вами ситуацию. Вполне можно все это найти и выбрать. Хорошо, вопрос, квартиру вы купили. Понятно, что компания, которая предлагает вам по покупке недвижимости услуги, она, конечно, вас и сопроводит, она поможет вам получить и вид на жительство, она поможет вам с покупкой мебели, она поможет вообще с любой документацией, она поможет вам с устройством, если у вас есть несовершеннолетние дети, с устройством их и в детские сады. Это либо частный турецкий сад, либо это обычный детский сад, либо это русский какой-то детский сад. То есть, ну, выбор на самом деле достаточно серьезный. То же самое детей, которые учатся там в школе. Да? Есть частные школы у нас, есть не просто обычные турецкие школы. Язык дети учат очень быстро, смотришь через 2 дня, Ахмед твой лучший друг, они уже через неделю что-то как-то, а через 2 месяца они уже в принципе на самом деле общаются, в отличие от нас, взрослых, неуклюжих людей. Второй момент. На что жить? По поводу работы. Друзья, в Турции работы нету. И в том плане, что нет работы. Нельзя рассчитывать переезд в Турцию. Я сейчас говорю просто за Алания, друзья. Я приведу еще один пример другого города. Турки защищают свой рынок труда. Ты не сможешь устроиться на определенную специальность, если у вас нет турецкого гражданства. Ты не можешь устроиться на какие-то другие специальности, либо открыть какую-то компанию, к примеру, там, да, у вас есть деньги, вы хотите открыть стоматологическую клинику. Просто вы не сможете открыть эту клинику. Почему? Потому что у вас должен быть диплом турецкого врача. То есть очень много ограничений и так далее. Для того, чтобы остаться работать в Турции, он должен получить рабочую визу. Рабочую визу дает работодатель. Либо вы должны пытаться устроиться в турецкую компанию, где работают 5 турков, либо вы, если как хотите быть предпринимателем, у вас есть какое-то интересное направление, вы понимаете, что емкость бизнеса у вас достаточно высокая, вы же знаете, что вы должны сначала трудоустроить 5 турецких граждан, потому что подаете на рабочую визу. То есть, алгоритм, открывается компания, вы становитесь генеральным директором, нанимаете турецких граждан, после этого идет процесс подачи на рабочую визу. Но опять же, мы знаем, что минимальная оплата труда сейчас порядка 17 тысяч турецких лир. Вот вы должны четко понимать, чем вы будете заниматься. Почему? Потому что все эти вещи нужно учитывать изначально, не тогда, когда уже все там. Вы должны четко посчитать, вы должны посмотреть, на кого ваш бизнес ориентирован, да, провести какие-то маркетинговые исследования. Ну, в общем, вы должны к этому подготовиться. Поэтому, да, друзья, просто так устроиться на работу, сложно, рассчитывать на то, что если вы переедете в Турцию, вы устроитесь на работу. Я говорю сейчас, опять же, повторюсь, друзья, за Аланию, она очень мала, в отличие, например, от города Мерсин, да, там это большой город, там очень много турецких компаний, если вы молодая семья, если вы, как бы, да, легкий на подъем, и хотите все-таки сменить свое место жительства, там гораздо больше возможностей устроиться на работу и как-то продвигаться. А если у вас есть еще запас какие-то языки, навыки SMM, еще какие-то современные навыки, связанные с интернетом, то, безусловно, вы будете там востребованы. И, к примеру, супруг получит рабочую визу, на основе рабочей визы, пожалуйста, семейный ВЖ, супруга, дети, без проблем. Это вы должны четко понимать. Алания, конечно, становится достаточно дорогим городом. Если вы рантье, если у вас есть какой-то параллельный бизнес, если у вас есть бизнес за границей, если какой-то есть у вас онлайн-бизнес, то да, это скорее всего Алания. Если есть какое-то стеснение, то, конечно, нужно выбирать регион попроще, друзья, и как-то двигаться. Это что касается, на что жить, где лечиться.
на нашем канале, друзья, кому интересно, посмотрите, там есть очень много видео про медицину, про страховки, про лечение, про еще какие-то примеры мы там рассказываем. Можно оформить государственную страховку, можно оформить частную страховку. Порядок цен, друзья, да, сейчас страховки, если вы живете по ВНЖ, можно оформить государственную страховку на всю семью, супруги, дети несовершеннолетние, по-моему, даже родители, да, друзья, даже родители, мне даже комментарии поправили, что родители тоже могут входить в одну эту страховку. Сейчас, в этом году, стоимость порядка в районе 6-7 тысяч турецких лир в месяц, ну, грубо говоря, в год. Это по нынешнему курсу, это, блин, $1000 на самом деле. А что дает государственная страховка? Государственная страховка может обслуживаться в государственных клиниках, поликлиниках. Да, у вас скидки на лекарства. Но просто в государственных клиниках очень много народу всегда. Всегда есть предпочтение, отдают предпочтение местным гражданам. Это сложно записаться на рандеву, на прием. Это можно где-то делать все обычно через интернет. Либо купить какую-то частную страховку, скажем, Альянс, да, одну из самых там Альянсов на Долу, Акси Горта, то есть это топ, наверное, страховых компаний, которые занимаются только медицинской страховкой, ну и различными другими видами страхования. Транспорт, страховки там, а как сейчас лучше, домов, землетрясения, ну все, что будет. Она будет стоить на всю семью, скажем, на трех человек. Я недавно встречался с представителем компания Альянс, там очень много различных каких-то разновидностей, друзья. Можно что-то добавлять, можно что-то убавлять, можно создать страховку и на основании того, каким заболеванием вы склонны, там, да, там, включить роды, если планируете детей, там. Если, опять же, если у вас есть, вы переезжаете с пожилыми родителями, друзья, знаем, да, что после 65 лет медицинская страховка как бы не делают. Лайфхак, то есть вы должны просто родителей, либо вы сами, если вы в этом возрасте, в 62-63 года сделать частную медицинскую страховку в том же Альянсе. И тогда 65 вам лет наступит, 66-67 и так далее, вам будут страховку продлевать. Ясно, да? Что касается вообще качества медицины. Друзья, Алания — это город маленький, ну 300 тысяч человек, может быть, да, где-то так. Как, я уже говорил, по-моему, как Калуга. Ну, если мы говорим о частных госпиталях, то здесь самое современное оборудование. На улице дождик зарядил прям такой серьезный ливень. Друзья, я записываю без микрофона, камеры передо мной. Что-то у меня разрядились, поэтому я дико извиняюсь, если у нас какой-то звук не очень. Так вот, страховка медицинская будет стоить в районе на всю семью в районе 3-4 тысяч евро. Год с максимальным покрытием. Госпитализациями, с операциями, стационарами и так далее, тому подобное. То есть, это я вам даю, в любом случае, друзья, просто ориентир. Мы перекинулись с подрывкулей, с медицинского образования и с оборудования. Оборудование здесь, конечно, шикарно, друзья. Сам обращался несколько раз по различным проблемам. Там, не знаю, анализ крови у тебя за час, у тебя вообще полностью не готов. Если у вас какие-то проблемы, тебе сразу же отправят там, на МРТ, тебе все это сделают быстро. Я говорю сейчас о частных, друзья, клиниках. Более того, опять же повторюсь, интересно, там на сайте каждой клиники можно зайти почитать о любом докторе. Какое у него образование, где он учился, где он работал, какой у него опыт, что у него там за спиной, там интернатура, ординатура, там либо еще что-то. Кто он, профессор, доктор и так далее. То есть не просто вы заходите, а какой-то врач знакомый. У вас же есть какое-то представление о том специалисте, который будет вас принимать. И вот об этих трех факторах я как бы хотел с вами сегодня поговорить в нашем видео с прекрасным видами на заднем фоне. Обязательно подготовьте все документы, обязательно, друзья, все должно быть запостелировано. Конечно, мы можем любой документ здесь сделать, там через Анталию, через консульство, но вы должны быть на самом деле готовы, что это не просто. Сразу снимайте там розовые очки, розовое пальто. Всегда старайтесь, друзья, думать о том, а что, если нет. Всегда пляшите от обратного. Да? А что, если нет? Спасибо, что досмотрели это нудное видео до конца. Надеюсь, что оно было полезно. Пишите, пожалуйста, комментарии. Практически отвечаем на все вопросы. Всех обнял, всех приподнял. Доброго вечера, доброго дня и пока.